Эй, всем привет, с вами Доктор Хейтер, и мы продолжаем снимать Resident Evil 7. На прошлый раз мы остановились, потому что нас покормили очень приятные люди. О, кстати, я в прошлый раз не заметил, что это такое. Здесь что-то даже посмотреть можно. Это еще открывается. О, и отмычка, вообще красота еще. Так вот, нас покормили, нам пришили ногу. Пусть сначала нам ее оторвали, но все-таки... И также мы нашли грязную монетку, ту самую монетку, которую мы получили в демо-версии. Я вот хочу ее взять, я вот не знаю, монетка защиты — это какой-то бонус за DLC предзаказ, или это должно быть само по себе? Я вот просто боюсь, что я возьму слишком много вещей, и окажется потом то, что просто жопа, и, короче, нехорошо будет. Ладно, давайте попробуем, походим, если что, мы всегда сможем сюда вернуться и вернуть эту монетку на место. Так, это сохраняшка. Так, это мы отсюда пришли. Опа, носки, точно, вонючие носки. Как же они воняют. Так, я полностью с тобой согласен, друг, полностью согласен. Сильнее воняет только твоя нога отрубленная. Вы отперли это. Окей, хорошо, спасибо. Здравствуйте. Муч-мучи. Спасибо. What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. Да не, хочу. We gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Codex? Что такое кодекс? It's important. Окей, женщина. Понятно, женщина нам теперь приказывает. А кто такая Зои? Я что-то пропустил этот момент. Подожди-ка, а чё ты? Ого, он, слушай, он злой. Боже, все разбросал. Так, подожди-ка, я что-то не понял. На теле можно походить, покопаться, да? Я помню, что сюда можно где-то можно было применить аптечку, говорю. Также у нас закончились отмычки, я хочу отмычку. А чё, объединить могу что-нибудь? Чё я могу объединить? Здесь рецепты, которые я, типа, уже изучил. Окей, это отлично, рецепт — это хорошо. Потому что мне бы сейчас аптечка не помешала, судя по всему, дедуля мне в прошлый раз зарядил так ого-го-го-го-го-го, как больно. Так, что у нас здесь? Оп. Похоже, хрупкая штука, возможно, ее можно чуть-чуть сломать. Кулаком сломай, будь мужиком. Так, здесь у нас... Нельзя сорвать рукой. Вот какой красавчик просто. Ужас, а. Оп, а это что? Гараж. Офигеть, вот это неожиданность. Гараж, представляете? Ой, вот. И здесь мы используем отмычку. Открыто достижение, мастер отпирать замки. Спасибо. О, насчет аптечки как раз. Я пока что ее тратить не буду, а вось пригодится. Слушай, я могу просто пожевать травы. Использовать. Без анимации. Пуг, я-то думал. Детализация, бла-бла-бла. Красотища, бла-бла-бла. А тут даже трава не жуется. Сучки. Нет, ну дедули вроде больше нету. Опа. Это какой-то мальчик? Здесь есть что-нибудь интересное? Нет, ничего нету. Ух, нифига себе за мальчик. Монетка? А, нет, подожди, здесь нужно тело коня. Окей, найдем. Вы не знаете, но у вас такое чувство, что он козел. Это тот самый, я его знаю, он козел. Лукас, Лукас, твою мать! Надеюсь, он отпилил тебе вторую руку. Это безумный муж и его жена, которых я видел. А, я думал, это Мия была. Джек и Маргарита. Окей. Подожди, какой год? Не указан. Подожди-ка, а Лукас, получается, их сын, да? Блин. Привет. А чё я сюда пришёл? Там есть кто-нибудь в окне? Подожди-ка, а в дверь стучали.
Это в эти двери? Нет, вряд ли, я бы смог их открыть. Так, чё я здесь пропустил? Я мог что-то пропустить. В прошлый раз, потому что... Опа. Ботинок, охренеть. Погодь. А, вот. Эвелина. Нафигеть, подписывать ботинки. Это классная идея. Кто там стучит? Кому по башке постучать? Hey, you. О, привет. Hey, you... О, ты коп! Чувак, 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 тут такой пиздец, короче. За... Ай, блядь, ты черный. No. Позвони, пожалуйста, позови белого копа. Чувак, тебя же убьют, ты ж черный. Боже. Чувак. Чувак, я один из пропавших, имей совесть, а? Боже. Да я тебе сейчас по башке стукну. Давайте стукну по башке, и ты заберешь меня в участок, хорошо? Есть небольшая проблема. Стой, 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 стой! Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? Серьезно, дай, пожалуйста, хотя бы пистолет, хоть какая-то тебе польза будет. Я тебе отвечаю, ты умрешь первый. A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're gonna get. Ну, тоже сойдет. Go. Garage. Да, да, сейчас приду, секундочку, дай, пожалуйста. Ну, может, это тоже сойдет. What am I gonna do with a knife? Прять людей. Я могу им. Не! Слушайте, мне нравится. Хорошая прел машина. Так. Ну, ты знаете, сойдет, сойдет, сойдет. Я думал, то, что будет хуже. Так. Режь. Слушай, хорошая лента. Цепка. Оп. Блин, ну я отвечаю, из-за того, что он черный, он сейчас умрет. Мужик, вот тебе просто вот жопу дают на Чечене. Да боги меня похитили, имей совесть, а! Никаких дураков, пожалуйста. Давай уедем отсюда. Боже мой, а. Ох ты ж, о, спасибо. Оу, ну бляха-муха. Я ж, давай ты не будешь. О, дедуля. Тихо, 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 тихо. О, что я сделал? Тихо, я дедуля, я шутил, пожалуйста, это была плохая шутка. Почему? Почему они не отменили это действие, как возможное? Ой, перезарядка. Да, спокойно, хватит. О, у меня пистолет. Да, кончились патроны. Так, подожди. Переключи на нож, падла, дурак, а, ненавижу тебя. О, ключи. Так, что с тобой делать, что с тобой делать? Здесь есть патроны? Патронов нет. Ой, я тебе сейчас... Я тебе сейчас порежу, муха. О, дедуля! Слушай, а ты какой-то бессмертный. В чем секрет твоего... Эпоксид. Классно. А, я съел траву, твою мать. Так, дедуля. Ой, да, ты чё головой своей-то бодаешься, а? Так, хорошо. Не надо мне тут, ва! Сейчас я тебе этим ножом, знаешь, как глаз выковырю. Только бы Маргарита, да, слушай, нормально. Оу,
как ты меня врезал-то хорошо? Что за... Ты... Это было... Дедуля, это... Ты совсем ёбудол? Дедуля. Дедуля, я бляхмух, я не знаю, на кой чёрт ты делаешь это. Это глупо, ты понимаешь? Старый ты, блядь, совсем. Ой, тихо. Старый ты совсем ёбнутый. Ой, блядь, слушайте, попал. Тихо. Охренеть. Чё за хуйня была? Я ничего не понял. Так, подожди-ка, может патроны здесь еще есть? Что-то патронов маловато. Он просто сел в машину и начал давить людей. Ну, меня. Я тут один, в единичном числе. Это... Непонятно. Ну, бляха-муха, он живучий прям пиздец. А что мне делать, когда он в машине? Я чуть не понял. Когда он врезается, он, в принципе, слезает сразу же. Здесь есть что-нибудь, что я пропустил? Может, мне не надо сражаться? Не, слушайте, по-моему, я все взял. Ну, бляха-муха. Я траву еще... Траву я уже съел. Блин, я не хочу загружать сохранение, ладно. Пойдем. Старый маразматик. Я не могу, да? Не, не могу пойти в него. Боже, чувак, ну почему черный коп? Ну за что? Вот почему именно тебя прислали? Как ты вообще додумался пойти в полицию? О, слушайте, я черный, и меня еще не убили. Я точно хочу пойти в полицию. Бум! Слушай, а хорошая, кстати, лопата, дедуля. Не находишь? Так, ладно, пистолет. Мне нужны ключ от автомобиля. Дедуля, сучка, здравствуй! Дедуля пошутил. Эй, дед! Дед? Что за... Дед? Привет! Да, слушай, классная тачка! Тихо! Что делаешь? Дед! Слушай, ты классно выглядишь. Тихо. Ой-ой-ой. Тихо, стой, я пошутил! Это была плохая шутка! Я успел пригнуться? Я живой? Охуеть, я живой! А вот ты нет! Ты живой! Дедуля. Ой-ой-ой. Она сейчас рванет. И попсит. Тихо. О боже, какой ты, мать его, страшный. Я пошутил, пожалуйста. Ох ты ж, ёб твою мать. Как тебя добить? Встань, пожалуйста, нож в затылок ему, пожалуйста. Умоляю тебя, сделай это.
нож, пожалуйста, воткни ему вот так вот, сделай. Он мертв? Я немного не понял. Блин, меня напрягает то, что он до сих пор тут. Ну блин, получается, я изначально должен был как бы это предугадать битву с боссом. Она непонятная. Я обещал тебя убить, мудила, я тебя убил. О, трава. Это хорошо. Так, объединить. Или аптечка. Две аптечки. Я не знаю, я, наверное, аптечку сейчас тратить не буду. Что у меня по патронам? Да, блин, как неудобно сделана перезарядка. Ой, смена оружия. Ой, это что такое? Еще три аптечки, я богатый. Просто охренеть. Окей. Окей, Google. Куда да? А, вот наверх. Да. А, вот. Да ты ж, я же говорю, то, что он до сих пор живой. Что? Ты... Старый, ты вообще неадекватный, да? Ладно. Так, я вот так вот, пожалуй, сделаю. Мне этот старый хрен немного напрягает, если честно. Что это вообще было? Подожди, он мой патрон потратил? Ну ты мутила, а. О, что это такое? А, это путь открыл. Что-то я вообще не понял, а нахуй, что ты это вообще сделал? Ну, бери давай. Статуэтка быка. Надеюсь, не убежал? Не, все еще там лежит. Я что-то вообще не понял. Какой черт он себя застрелил? Не, он, конечно, изначально не шибко адекватный чувак, но... Посмотри-ка на это сынок и застрелить себя, это... Прям какая-то уже вершина неадекватности. Ладно, я, пожалуй, пистолет достану. Хотя нет, я с пистолетом ходить не буду, я... Честно говоря, давайте сохранимся. Так. Вот это... Новое сохранение, да, пожалуйста. Блин. Не, они тут изначально, в принципе, не казались адекватными, но мне не казалось, что они хоть как-то, типа, сохраняют хоть какие-то повадки человечности. Я не знаю, это типа зомби, наверное, здешнего варианта. Но, боже. Он просто безумен, он какую-то херню дичайшую творит, совершенно не пытаясь даже притворяться адекватным. Секунду, почему-то влево не ходила. Так, бык. Довольно забавные двери в древнем доме. Вау. Ну, это вау. Здесь даже типа нормальная еда. О, трава. О, стреляй в меня, стреляй. Ладно. Ачивка. Он здесь, там и везде. Я же говорю, ачивки дают буквально за все. Порох? Я смогу еще патроны делать? Классно. Ну-ка, здесь что? Древняя монетка. Еще одна монетка. Да чем нужны эти монетки? О, Зоя, 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 привет. Я не знаю, я не помню, кто ты, но... Привет. Да, он больно мне сделал один раз. Немножко, он совсем застрелил. В плане. Он все мозги вышиб. Найди ключ, если потребуется. Ладно, без проблем. Он все мозги вышиб, какой живой, ты чё? Так, ладно, хорошо. Зачем я его снял? Так, сюда я пока не хочу. Что здесь еще можно поковырять? Проектор. Маятник? О. Living room. Не, что-то тут не то. Видимо... А, мне нужна какая-то...
Ачивка опять какая-то. Неплохая попытка, ну ладно. Мне, получается, нужна птица. Ариоль. Ариоль. Окей. О! А черт. А, дерьмо. Блин. Ну, я за ним еще вернусь. Мне нужно... Фу, боги, я уже испугался, что здесь кто-то есть. Ладно, хорошо. Так, итого, у нас... Нам нужна палка. Нам нужен орёль. И нам нужен ключ. Логично? Логично, берем нож. Хей, бабуль, привет! Я тебе мозги выше бы, но жалко. Да ладно, бабуль, чё? Так, чё у нас здесь? Может, это хобби папочки? Ну... Возможно, поэтому он и ведёт... Себя так неадекватно. Ай, опять ключ нужен. Ладно. Тук-тук. Блин, здесь очень много комнат. Так, это комната отдыха, там детская комната. Ой, здесь, кстати, из этой комнаты можно пойти в комнату бабушки. Еще одна кассета. Мия. Ой, Мия, 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 это интересно. Ну-ка. Мия, расскажи нам свою историю. Этан, пожалуйста, посмотри это. О, это ко мне. Я смотрю, давай. Но... Ну, а во. Привет. Нашел? Правда, не на что не рассчитывай, я тебя убил случайно. В плане. Подожди-ка, я ж тебя убил. Уу, я играл за Мию. Ого, куклы какие-то. Подожди-ка, ну я же ее убил. Она была той безумной бабищей с бензопилой. Я точно помню, как я ее убил. По-моему, я иду куда-то не в очень хорошее место. А считаю, что двери закрываются прямо перед моим лицом, это определенно не самое хорошее место, которое только может быть. Еще и дурацкие полосы. Привет. Не попадитесь, Маргарите. Твою ж мать. Ты не Маргарита, это я знаю точно. Так что задача не попадаться к тебе не стоит. Блин. Что это за паутина повсюду? Не надо так, пожалуйста, тушить свет, меня это напрягает. Я спрятался? Здесь никого нет. А кормила ты меня невкусно. Отвратительная еда. В жизни ничего дерьмовья не ел. Твоя еда? Ты переоценишь свою стряпню, дура. Так, я туда не пойду. Так, здесь есть что-нибудь? Блин, у него какой-то нож или что-нибудь по того. Так, закройся, вот. Хорошо. А, блин, из этой дурацкой камеры очень... Опа. Ага.
По-моему, я облажался, да? Ты ведь не там? Он так не мёт. Тихо. Маргарет, пожалуйста, тихо. Не находи меня. Здесь никого нету. Все хорошо. Нет никакой агрессии. Тихо. Блин, я хочу ту зажигалку. Не иди сюда. Здесь никого нет. Маргарет, твою мать! Иди готовь ужин. Твоему бать, твоему... Нет, нет, не бать, это муженек. Твоему мужу с, прострелен... с простреленной головой он понадобится. Хотя нет, он еще тогда не был с простреленной. Это же типа запись из прошлого. Я не бегу, я не знаю, это не палец, наверное. Я мастер стелса. Боги, я просто себя обожаю. Такой красавчик. Сука. Крошкам? О каких крошках ты говоришь? Боже, меня это уже начинает бесить, эти прятки. Я правильно вообще все делаю? Ну, молодцы. Нет. Я почти убила своего мужа с помощью бензопилы. А потом он стрелял мне в голову, и я какого-то хрена жива? Наверное, так. Эй, тихо. Не злись. Все хорошо. Я не могу понять, что мне делать. О, вот теперь я могу эту штуку взять. О, нет, головоломка, нет. Так. Во, почти получилось. Теневая головоломка? Эта штука растет только во тьме. Охренеть. Ну, это глупо. Подожди-ка, мне нужна этот, вот эта штука. Это оружие, по-моему. Типа, зажигалки с... Блин, а прикольно, это ручка велосипедная вместе с ее тормозом, которая давит на... Слушайте, классная идея, мне нравится. Так, уползаем отсюда. Маргарет, а? Никакого стелса. Ловкость рук. Ой, блин. Нет, мы к той девочке идем. Ну нет. Только не к девочке, пожалуйста. Я не знаю, что это за девочка, но я почти уверен, что это будет пиздец. Класс, тупик. А, нет, не тупик. Мне не нравится. Что я? Куда еще больше? Боже, она идет сюда. Слушай, да нифига себе, Ванга, а? Как ты угадываешь, где я? Уходим отсюда. Это ненормально, это же пиздец. Какое еще наказание, боже! Почему я вообще живая? Сука.
сука. Откуда она узнала то, что я здесь? Фотка? Здравствуйте! Тихо, 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 я управляю собой, не-не-не. Отлично, ее опять спиздили. Только она воскресла, и вот ее уже спиздили. Класс. Я вообще не понимаю, какого хрена она жива? Я, мать его, выпустил в нее целую кучу... Ну, да, там 2-3 обоймы из пистолета. Коль ты так подумаешь, мелочь, царапина для человека. Я несколько раз ударил ее топором. Я почти отрубил ей голову. Она, так, жива, спокойненько, все хорошо, нормально. Никаких... О, дерьмо. А дедуля всего один раз себе в голову выстрелил. О, черт. Что-то мне подсказывает, что дедуля еще жив. Ну, знаете, такое небольшое предчувствие. Черт, а? Блин, я надеюсь, стелса в игре не так много будет, потому что, если честно, мне не очень понравилось. Голова синей собаки. Окей, спасибо. Я не знаю, зачем мне это нужно, но наверняка пригодится. О, сообщаю надвигающей буре. Несколько лет назад мне пришлось потрудиться, чтобы устранить последствия бури. Наверняка, наверное, надо укрепить окна и крышу, и Лукас меня подсобит. Вода наконец-то сошла, нас... О, слушай, они всегда были ненормальными. Но основной дом не пострадал, а вот старый дом сильно поврежден. Лукас все не умется насчет большого корабля, который выбросило в поток реки. Если это правда, надо сообщить вокруг. Вокруг. Завтра пойду сам посмотрю. Интересное кино. Ну, здесь ничего необычного. Я чуть не заметил, было сохранение или не было. Ладно, я так иначе все равно вторую серию сейчас сяду записывать. И тем более уже тайминг 33 минуты. Ладно, спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч!